Всем привет! У нас сегодня в обзоре экраны ветрозащиты от фирмы Татонка. 4025 модель на 8 секций и модель 4026 на 10 секций. Поговорим. Ветрозащитный экран модели 4025 на 8 секций и 4026 на 10 секций. Ветрозащитный экран на 8 секций для низких горелок со шлангом позволяет поддерживать горение горелки даже при сильном ветре, не давая его задуть. Благодаря частичному теплоотражению от поверхности повышает эффективность нагревания. С помощью специальных проволочных штырей, которые у нас идут по бокам, фиксируется на грунте и может использоваться с другой ветрозащитой. Материал у нас здесь алюминий. Также в комплекте идет специальный чехольчик для хранения. Ветрозащита на 10 секций идет в комплекте также с чехлом. Вот так вот выглядит оно в разложенном состоянии. Экран ветрозащиты любого размера имеется на сайте mandrivnik.com.ua.